Уважаемые друзья, дорогие сотрудники, любимые преподаватели, уходит 2019 год. Год юбилейный для нашего легендарного университета. За эти годы университет выпустил огромное количество замечательных людей. И в уходящем 2019 году государство, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев высоко оценили труд наших сотрудников, наградив государственными, правительственными отличиями более 40 человек. И более 160 сотрудников университета получили ведомственные награды. В этом году вырос авторитет университета. Мы заняли ведущие позиции в мировых рейтингах. 15 место в рейтинге лучших университетов Российской Федерации. А Forbes буквально несколько недель назад поставил университет на первое место по востребованности выпускников. Это очень важные показатели. Мы гордимся тем, что сегодня с глубоким уважением к университету относятся не только рядовые граждане, но и правительственные, государственные учреждения обращаются к нам с просьбами подготовить материалы, заключительные аналитические материалы, и мы это с удовольствием делаем. Сегодня заканчивается год, а 2020 год будут встречать наши сотрудники несколько раз. Сперва в Благовещенске, потом в Красноярске и Омске, в Барнауле, затем Самара, Махачкала, Владикавказ, Курск, Москва, Санкт-Петербург. Но где бы вы ни находились, кем бы вы ни работали, вы входите в большую семью нашего любимого университета. Мы вас любим, ценим. И я желаю вам в наступающем 2020 году здоровья, благополучия вам, вашим близким, удачи. С новым 2020 годом, дорогие друзья!